Здравствуйте, дорогие угличане! Сегодня мы снимаем кедры, точнее сосну сибирскую, не сосну кедровую, которая растет у нас под Угличем в районе деревни Кокаева. Это то место, где было родовое имение нашего академика Опарина. Откуда они здесь, во-первых, взялись? Ну, понятно, раз это родовое имение, значит, их посадили вокруг усадьбы, так? Потому что у нас кедры сибирские не растут. Растут в европейской части, они только в районе Печоры. То есть переваливают за Урал из Сибири, заходят до верховий реки Вычегды, например, до среднего течения, потом верховья Вятки захватят до среднего течения, опять же, и поворачивают дальше опять на Сибирь, через Урал. Вот этот район распространения этой сибирской сосны. Вот она здесь перед вами, эта сосна, так, группа здесь, так, под нам пониже, там, спускаясь, есть к Волге, там, дальше мы наблюдаем несколько деревьев, вот, то есть это уже, как говорится, последние магикане, тут, видимо, их больше было посажено, осталось всего-то навсего несколько деревьев, я посчитал около 15, вот, что о них еще рассказать, конечно же, дерево интересное, по сравнению с нашей сосной европейской, с которой мы немножечко более знакомы по нашим передачам прежней, вот, эта сосна отличается большими шишками, отличается она фойой. Вот. Ну, к этому чуть-чуть позже вернемся. А сейчас хочу сказать о том, что насколько это дерево в почете у сибиряков. Ну, во-первых, у них, допустим, у тех же ханты или манси, которые живут там на Тюменщине, это коренное население местное, это дерево ставилось, молодое деревце, кедра сибирского или просто кедра, ставилось обязательно в угол вновь построенного жилища, дома. Ханты и манси перед тем, как заселить дом, встали в угол срезанный молодой кедр. Вот, и потом этот, так он там долго все время и хранился, как убежищем домового считалось. Эвенки, которые живут в районе Тунгусок, этих подкамены, нижние Тунгусские, так. Это как раз где все это венки, это как раз место, где массовое произрастание этого кедра сибирского. Там это кедр, дерево в большом почете, в каком смысле это чувствуется, как это видно. Не только там орехами пользуются кедровыми, так? Но вообще уважают это дерево. Допустим, когда родится новый человек, у них в семье эвенга, так? Допустим, если родится дочь, то у дома сажалась березка. И, может, и сейчас сажают. А если родится сын, то обязательно сажается кедр у дома. Это как символ такого мужества, красоты и вообще благородства. Кедр считался деревом доброты. Кедр считается у них добрым деревом, благожелательным, что ли, дающим людям много очень ценного. Древесина очень ценного, это дерево. Очень ценно. Ароматная, ровные слои идут. Вот она идет в карандашном производстве, ценится, в мебельном производстве, в производстве музыкальных инструментов, так, потому что дерево обладает очень большими, хорошими резонансными свойствами. Вот. Это вот что касается так, общих таких свойств такого интересного сибирского дерева, которое прижилось у нас под Угличем. Кстати, у нас не только под Угличем, около Ярославля известное место, Толгский монастырь в селении Толга. Там еще в 16 веке, это 1500-е годы, на площади примерно в десятину, это больше гектара, так, был высажен вот этот самый сибирский сибирская сосна. Она до сих пор там еще, остатки тоже есть ее, растут, около 50 там деревьев кедровых есть, и сейчас им где-то около 400 лет. Вот, и роща такая, можно сказать, для нашей Ярославщины уникальная. Ну, а теперь давайте подойдем поближе к одному молоденькому такому сибирскому кедру. Вот, и я расскажу чуть-чуть про биологию. Итак, вот она, сосна сибирская в молодом возрасте. Ну, где-то ей сколько здесь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Примерно шесть мутовок. Это примерно шесть лет вот в верхней части. Да, потом до появления мутовок еще года три надо добавить. Так, наверное, где-то близко к 10 годам. Вот этому маленькому деревцу сосны сибирской или кедра. Посажена она в огороде была. Как видите, прекрасно растет. Сосна сибирская, или кедр сибирский, относится к особой группе сосен. Европейская одна группа, своя группа сосен, так? Вот. А эта группа сосен включает в себя вот этот кедр, сибирскую сосну, потом корейский кедр, или корейская сосна, точнее, так? Или просто кедр. Да, корейский кедр. Далее сосна европейская кедровая,
Она в Альпах растет, у нас даже в Карпаты украинские заходит. Вот я ее видел в Альпах, в итальянских. Вот. Потом где-то в районе Татра она растет, то же самое. И, наконец, еще сосна, кедровый стланник, известный по для сибирякам, камчадалам, в гольцовой зоне, в гористых участках Сибири. Она сплошным ковром, эта сосна сплошным ковром устилает каменистые, там всякие россыпи и так далее, там места, где скудный слой почвы. Вот. Эти все сосны, группа этих сосен, отличается от европейской сосны прежде всего тем, что, ну, во-первых, у них стволик темный, у европейской потом она светлеет, рыжеет, и такая золотистая становится. Ну, хвоя такая же похожая, длинная, только еще длиннее и более мягкая, у европейской жесткая, вот, а здесь более мягкая. Вот. А главное отличие такое, чисто ботаническое, в том, что у европейской сосны на веточке две иголочки, в каждом пучке, точнее, по две иголки, по две фаинки сидит, а у сосны сибирской и у ее родственников, у корейской и так далее, европейской кедровой сосны, у них по пять хвоинок в кучке, в пучке. Отличает сосну кедровую то, что у нее шишки. По сравнению с сосной европейской, шишки покрупнее, намного крупнее. Вот примерно такие, как вот эти. Шишки, допустим, средиземноморские сосен, вот они вот такие. Тоже красивые, но совсем другие. Они не такие, как у нашей европейской, похоже. Отличаются своей продолговатостью, большей декоративностью, так? Вот. А у кедровой сосны, конечно же, более грубые, но зато там есть орехи. Это за что тоже ценится эта сосна. Кедровые орехи обладают, содержат большое количество масла, очень ценного. Оно по ценности не ниже оливкового, сравнит его с оливковым. Вот. Целебными свойствами обладает, большими, так же, как и хвоя, несомненно. Так. Вот такое это дерево, сосна сибирская или попросту кендр. Дерево, дающее шишки, которое славится своими орешками.